Я уже 2 года живу в Москве, и за это время я как автор и ведущий работал в нескольких изданиях, производя новостные информационные программы. И нужно сказать, что в этих изданиях я, в общем-то, никогда не просился ни на работу, ни на сотрудничество, ни на информационное партнерство. Всегда просили меня. В принципе, у меня есть канал, на нем не так много, официально 70 тысяч, говорят, там больше. И, в принципе, с точки зрения информационного там поля, которое я охватываю, у меня на самом деле все хорошо. Так получилось, что в декабре мы начали сотрудничество с информационным агентством «Аврора» как информационные партнеры. То есть, была такая позиция, что агентство только начало свою работу, и чтобы ему помочь взлететь, свои видео, мы договорились, что мы будем размещать на канале «Аврора». И вот мы проработали без малого, почти полгода. Информационное партнерство касалось реальных итогов и фильма «Когда свои и чужие», который, как известно, мы первую серию выпустили в начале апреля. На этой неделе реальные итоги на «Авроре» размещены не будут с формулировкой, что изменилась редакционная политика, и, в общем-то, «Аврора» дальше будет размещать только свой контент. Я абсолютно не в обиде, я понимаю, что это вполне закономерный процесс, я понимаю, что это может быть связано и с фильмом, который на самом деле достаточно неоднозначно воспринят в информационном поле не только в Украине, но и России. Он вызвал бурю обсуждений, возмущений. Это могло иметь какие-то определенные последствия. Вторая серия должна была выйти в апреле. По уважительным причинам, из-за коронавируса, из-за того, что снимать физически невозможно было, мы вторую серию задерживаем. Возможно, причина в этом. Возможно, причина в том, что по некоторым вопросам сегодняшней повестки дня и по отдельным персонам, обсуждаемым в повестке дня, у нас позиции разнятся. Я высказал свою позицию, и она, наверное, не очень совпадает с редакционной. В любом случае, жизнь продолжается. Реальные итоги будут выходить на моем канале. Взаимодействие с информационным агентством «Аврора» пока приостанавливается. Такое вот объявление для того, чтобы не было никаких обиняков, никаких обид. Это обычная жизнь в этой отрасли. Я здесь не вижу ничего сверхъестественного.